Приветствую вас, Мария. Я думаю, что вам необходимо сделать анализ ваших отношений с мужчиной, своим мужем, потому что просто так оскорбить муж ваших родителей не мог. Это совершенно очевидно, что оскорбление это уже такая достаточно критическая форма каких-то эмоций, критическая форма какого-то недовольства. И, на мой взгляд, связано это в том числе и с вашим определенным деструктивным поведением. Ну, например, мужчина не чувствовал себя главой семьи из-за того, что был вынужден жить с вашими родителями и вами, как я понял. Вследствие чего он испытывал неудовлетворенность. Ну, также очевидно, что между вами какого-то взаимопонимания также нет, потому что если бы оно было, то конфликта, который произошел, его бы не стало. Вот. По крайней мере, я так эту ситуацию вижу. Вот. Что не было бы конфликта. А так получается, что конфликт есть, значит, нет. Ну, нет между вами какого-то вот взаимопонимания. Вот. То есть вы друг друга не слышите. Вот. Ну, причины, по которым вы друг друга не слышите. Вот. На мой взгляд, нужно разбираться, потому что, ну, совершенно очевидно, да, что в противном случае ваше взаимодействие, собственно, с другими мужчинами, вот, не будет приносить сколько-нибудь удовлетворения. Вот. Ну, вам удовлетворения не будет приносить. Вот. Я думаю, что примерно такой ответ вам здесь можно дать. То есть я, ну, я безусловно не считаю, что мужчина прав. Что оскорбил ваших родителей. Вот. Но я считаю, что у этого есть, так сказать, некий бэкграунд. И в этом бэкграунде определенном вот, принимали участие, в том числе и вы. Вот. И, на мой взгляд,
Очень важно понять и определить, какую вы роль во всем этом сыграла. То есть, как вы участвовали во всей этой ситуации, как вся эта ситуация стала для вас возможной, ведь вы же выбрали мужчину, вы же с ним, ну, находились в отношениях с мужчиной, я имею в виду, вы вышли за него замуж и прочее. Вот. И это ваша ответственность. Вот. Что касается ребенка, то, ну да. В целом вы, конечно, правы насчет ребенка. То есть вы правы в том, что человек, ну, действительно должен помогать, вот, и должен своего ребенка как-то содержать, но опять же здесь вы, если вы не хотите разбираться с отношениями, вот, то здесь момент только такой, здесь момент только такой, чтобы через суд, да, значит, взыскивать алименты с человеком. Вот. По большому счету это единственное, что здесь адекватно можно, ну, именно адекватно можно сделать. Да, вот я, пожалуй, повторюсь, именно адекватно делать. Потому что мужчина почему-то считает, что вы вот, ну, что вы сами к нему приползаете, как он сказал. Вот это, конечно, на мой взгляд, интересно, почему он так считает. Почему он считает, что вы сами к нему приползаете. Почему он считает, что вы будете извиняться? Вот у него какие основания так думать, и это у него основания так думать. Вот. Но в целом это, вот на мой взгляд, в целом это вопрос именно того, насколько вы с человеком вот искренним в каком-то вот таком понимании друг друга. Потому что если это искренности нет, то здесь будут проблемы, к сожалению. И проблемы достаточно, ну, большие. Вот, причем, если вы там решите
вот свои проблемы с мужчиной, да? То есть вот если вы, ну, как-то вот, как-то вы, к примеру, выйдете из, ну, из этой, из этой ситуации, если вы выйдете как-то, ну, вот, то совершенно не факт, что это не повторится с другим мужчиной. Вот. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Вот. Не забывайте об этом. Вот. И просто помните, что, ну, что не один человек ответственен за то, что происходит в отношениях, что отношения устраивают оба человека. Вот. Ну и цель, конечно, Мария, нужна цель. То есть, если вы, вот вы спрашиваете, да, что делать? Вопрос, чтобы что? Ну, то есть, что делать, чтобы что? В зависимости от цели, вы будете действовать в зависимости от цели. Вот. Понятно. Какая штука. Вот. Такой вот момент здесь. На мой взгляд. По моему мнению. Вот это то, что я могу вам сказать. Ну вот. Сейчас. Опираясь именно на ту информацию, которую вы дали нам. Вот. Больше пока информации нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и не нужно никого слушать в том, что касается вашей личной жизни. Советчика здесь не нужно. Вам нужно самой решить, что делать и как.